Состоялось первое в этом году заседание Совета директоров города. Руководители предприятий всех сфер народно-хозяйственного и социального комплекса избрали рабочие органы, выработали стратегию деятельности, определили круг вопросов, которые могут и должны решаться как на уровне трудовых коллективов, так и в масштабах города. Главная задача директорского корпуса – стать надежным партнером исполнительной власти в решении проблем жизнедеятельности города. Первое заседание Совета директоров города в этом году носило организационный характер. Коллег приветствовал председатель городского исполнительного комитета, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Иван Рябковец. Важный вопрос – выборы председателя. Члены Совета единогласно проголосовали за кандидатуру директора унитарного предприятия по оказанию услуг «Рембытехника Пинск» Олега Лапидуса. Председатель горисполкома высказал свое видение задач, которые предстоит решать директорскому корпусу в партнерстве с исполнительной властью. Я бы хотел, чтобы мы были коллегиальным, совещательным органом, чтобы мы могли, имели возможность обсуждать насущные проблемы, не только городские, либо не только наших предприятий, но и городские. Я бы хотел, чтобы эти проблемы, если они не найдут решения у нас на нашем городском уровне, мы использовали такой серьезный потенциал, который есть у наших депутатов Палаты представителей. Иван Рябковец не обошел и тему участия по возможности предприятий в городских социальных проектах, их соучастие в финансировании игровых видов спорта. Предполагается определенное переформатирование с точки зрения, в первую очередь, позиционирования его как коллегиального совещательного органа. Я понимаю его будущую работу. Это дискуссионная площадка, где могут обсуждаться самые разные вопросы, связанные не только с работой предприятий, но и городских проблем в целом. В выступлении Ивана Григорьевича прозвучало и такое пожелание, как развитие внутренней корпоративной культуры. Каждый из нас должен в какой-то степени быть патриотом. И исходя из, прежде всего, этих чувств, мы должны выстраивать свою работу как руководители и как руководителей своих трудовых коллективов. Очень важно, когда мы своим личным примером заражаем их своим патриотизмом, своим отношением к здоровому образу жизни, своим отношением к участию в общественно-массовых мероприятиях, культурно-спортивных мероприятиях. И в целом это будет формировать позитивный имидж наших руководителей, будет формировать социальное самочувствие наших граждан, их настроение и в целом устойчивое и стабильное развитие экономики нашего города. Все поставленные главой исполнительной власти задачи и пожелания близки и понятны каждому члену Совета. Современные руководители, в числе которых умудренные опытом люди, выразили свою готовность и в этом формате проявлять инициативу, вовремя подставить плечо в решении самых наболевших и насущных городских проблем. Интерес общий, цель поистине государственного масштаба. Информационную поддержку и готовность освещать деятельность Совета и предприятий, возглавляемых членами Совета, инициировал директор телерадиокомпании «Пинск» Виктор Сыроватко. Сегодня зрительская аудитория ТРК «Пинск» – это практически все жители Брестской области, а значит, есть прекрасная возможность широкой информированности населения о всех позитивных процессах в трудовых коллективах города. Председатель горисполкома поддержал это важное предложение. Вы предлагаете нам у себя на телеканале организовать рубрику «Совет директоров» и через эту рубрику рассказывать нашим гражданам, что мы здесь делаем, какие у нас, значит, планы есть, какие вопросы мы тут решили для продвижения положительного имиджа не только предприятий, но и нашего города. Так точно. Поддерживаем однозначно. Спасибо. Директорский корпус должен стать зачинщиком всех важных начинаний и инициатив. И руководители, которые, как никто другой, несут ответственность за успех работы своих коллективов, готовы помогать решению задач на более высоком уровне.
спасибо всем коллегам, директорам, что оказали мне такое доверие. Председатель городского исполнительного комитета сегодня поставил перед нами определенные задачи, которые мы будем выполнять. Очень много поступило инициатив, очень много вопросов было задано председателю городского исполнительного комитета. И я думаю, что вопросы все эти будут решаемы. Будем работать. Важный итог первого заседания – выбор рабочих органов, выработка новой концепции деятельности Совета директоров, которая предполагает инициативу и деятельность.